Приветствую вас на канале Asmo Dplay. Мы продолжаем играть Ночь Ворона. Это Готика 2. Версия 1.0. Мы прибыли залы Ирдората. Ну, если правильно назвать, Ирдорат вроде. Ну, давайте смотреть, что у нас здесь. Так. Тихо ты. На. На. Так. Деньги, дрыбки, деньги. Так. Давай. На! Блин. Демона и грохнул. На. Уж больно вы тут. Повышение уровня. Неплохо. Так. Так. Все есть, все собрал. Кстати, смотрите, у кого патчи. Тут какая-то мини-миссия есть, что ли. Там сверху упадете, вам плыть сюда надо будет. Это пипец, немножко геморно. Да, тут можете полазать. Смотрите, тут много миссий тоже. Какие-то что-то собирать надо, я уж точно сейчас не могу вспомнить. Так. На. Получил. Так. Там вот вышка, по-моему, если в патче играете. Ой. Тихо. У кого там огненное оружие? Тихо. На. Шамана валите. Так. Ой. Подождите. На. Так. На. Подожди. Ни хрена себе так-то, вот, блин. Я как понимаю, тут надо звать горно всех на помощь. Они, по-моему, помогут там повоевать. А иначе, блин, это тяжко так по одному цеплять, а там еще стрелы закупать. Так, залы Ирдората. На. Ой. На. Да подождите вы. Опа. Почти. На. А почему у вас двое-то прибежало? Я только одного звал. Так, скелеты, конечно, никого не убили, но, по крайней мере, хоть покоцали, надеюсь. Так. Давайте будем смотреть. Где моя армия? Так. Призы. По сколько? По 6. Призыв. Хоп.
И тролль еще в конце. Здорово. А подожди. Блин. На. Да тихо вы что, всех следов перебили, что ли? Ой-ой-ой. На. На. Не успел. Блин, ни хрена, что вы всех скелетов реально подзадавили, что ли, там? Их было там 18 штук. Все. Так. Мы пойдем другим путем. Подождите. Так. Раз. Два. Три. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте. Так, а одного-то демона, чё? Опанька. Тролля завалили. Пещерный. Не абы какой. С помойки подобранный. Чё, я не понял, одного демона завалили, что ли? Колбаса. Ладно. Давайте посмотрим, что вот наверху. Давай, тихо. Да тише вы. Ой-ой-ой-ой. На. И там элитный орк. Давайте, кто кого? Демон, вали его. Чепушилу. Не получилось, ладно. Сохранимся. Блин, я не помню, зачем вам наверх надо. Ну, видимо, надо. Либо сначала вниз ходить. А, вот зачем. Так, вот, по-моему, улу-мулу надо одевать, да, чтобы с ним говорить. Или что, что-то у тебя есть? А, у него, по-моему, за спиной там вот что-то есть. Ключ. Ключ у него там. Подождите. Исцелимся. Так. Раз. Два. Нет? Так, раз. Ну давай. Где-то третье, что ли, что-то должно быть. Не понимаю. Ну, давай-ка попробуем по-другому. Так.
Пробуем по-другому. Теперь с этого края. Теперь с этого. Вот так. Вот. Ладно, я вовремя сохранился. Подожди. Я не... Ой. Ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет. Не то. Вообще не то. Сохранение текущей игры. Нет. Блин, ну ладно, ничего страшного, мы же так сохранить. Я просто не хочу вот этих помех, которые там это мне будут. Я читаю. Да подожди, нет. После подожди ты. Таки ты. Ну, ты я стою. Не-не-не-не-не-не-не. Да тихо ты. Блин. Я немедленно в путь. Нет, вот мы. Сохранялись, блин. Я чуть, блин, заново нахрен. Да сейчас. А я какой там? В шестой главе, по-моему. Я, по-моему, в шестой главе. А так. Итак. На. Вот. Еще главное на меня. Я-то тебе что плохого сделал? Я-то тебе что плохого натворил-то, блин? Что ты так меня... Не... Ой. Да пропустите вы! Вот так вот. Что тут есть? На. На. Тихо. Давайте всех завалите, кто там есть. Ой-ой-ой. Да беги! Я прям... Давай. Тихо. Где скелеты там? Скелеты здесь? Блин. Сейчас они тебя загасят, подожди. Еще и застрял. Вот так. Так. Мне надо скелетов. 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 Упадемте, пацки. Ой. Ой. Один, два, сколько вас тут? Это не важно. Ой. Подождите, подождите. Так. Вроде неплохо, да, под замес пустили. Вот еще. На. Яйца драконьи.
Драконьи яйца. Это как-то это, знаете, можно и двояко перефразировать. Драконьи яйца. Тихо, тихо. Не дайте ко мне подойти. Так, вот дракон. Так, подождите. Мне нужен глаз Иноса. Он у меня заряженный вроде. Так. Яйцо, 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 яйцо. Так, минутку. Давай поговорим. Стой, человек. Да? Кого ты назвал убийцей? Ты... На твоей совести также мой брат Феоматар. Хватит попусту сотрясать воздух. Ты зашел слишком далеко. Ну, а что теперь? Ва! На! Слишком далеко. Так, не слишком далеко. Валите его. Все там в месиво. Давай, демон, где ты? Так. С тебя я все забрал. Теперь здесь. Так, подождем назад, назад, назад. Так. Ну как мне в тебя попасть-то? А, во. Выдвигается. Ну что ж. Давай. Да, блин. Я сохранился, кстати, ладно. Ты уже зашел слишком далеко, презренный червь. Вообще-то тут должны тебе быть эти нежить, насколько я помню. Да хрена нежити. Я даже приготовился к этому, что здесь будет нежить. Нет, я вас не хочу видеть даже по этому поводу. Не видеть, не слышать. Не нравятся мне ребята. У них нету этого чувства юмора. Так. Опа. На. И еще разок ему наваляй. Опа. Смотрите, как быстро они справились. Так. А, заходим внутрь. Я уж не помню, правда, что там есть. Честно вам скажу. О, еще наверх можно подняться. Я уж даже забыл об этом. О, переключатель. Сундуки. Да что в сундуках может быть такого? Так. Раз, 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 раз. Ну вот из-за этого я даже, блин, сраться усраться, какой-то мед, зелень, побрякушки. Так. О, кстати, это же демон. Демоны.
Так. Вам, говорю же, должны быть. Так. А чё это святой свет ничего не делает с ними? Вот он. Минутку. Так, ой-ой-ой. На. На. Ну-ка, наваляйте им. Ну вам же хуже-то будет. Как вы не понимаете, что все это вам достанется? О, подгребли. Так, сундучок охраняли. Мне не интересно даже, что уже в сундуке. Так, вот здесь вот. Сейчас минутку. Так. Топор берсерка. Свиток, хрен с ним. Так, рецепт эмбала фергаску или кого он там. Дневник. Ну, давайте смотреть, что за рецепт. Ой. Что за рецепт это? Да как тебе еще-то? Я хочу закрыть дверь. Так, рецепт и дневник мы взяли. Смотрим. Так, чистого здоровья. Так, кстати, дневник Грега. Божественная сила звезд. Пыльная книга, что-то не понял. Дух вина. Двойные блоки. Нет, все не то пока. Письмо Ксардоса, дух вина. Мятая записка. Письмо Ватросу. Я вернул к жизни древнее искусство. Боюсь, правда, Феодон не оценит мои достижения. Это, попросту говоря, означает, что я должен превратить весь его выводок в зелье. Если бы только он не сидел на своих яйцах все время, как курица, я бы попытался. 10 драконьих яиц, одна истертая в порошок, черная жемчужина и щепотка серы. Эту смесь нужно довести до кипения, постоянно помешивая и пропустить через дистиллятор. Получившийся эликсир нужно использовать с осторожностью. Он обладает сильными побочными эффектами и может отрицательно повлиять на ману. Так. Ну, это еще полбеды. Приказы. Божественное искусство обороны. Так, я жду посвящения. Вот уже 36 дней я начинаю сомневаться, что меня вообще посвятят. Но я сделал все, что они просили. Я прислуживал им, как мальчик на побегушках. Ключник приказал мне закрыть решетку. Я еще не сделал этого, но если все дальше будет идти в том же духе, любой сможет запросто пройти через ворота. Как жаль, что не я помню комбинацию. Что я не помню комбинацию. Я проник в большой зал уже давным-давно. Я не могу дождаться, когда увижу мастера. Интересно, позволят ли мне видеть его, когда я стану одним из них. Вчера я попытал счастье, но потерпел неудачу в двух камерах с рычагами еще до того, как смог нажать три переключателя в западном крыле в правильном порядке. Этот пес закрыл камеры. Завтра я попытаюсь тащить у него ключ. Так.
Для начала, что нам надо? Так, изготовить зелье. Так. Особое зелье. Так. Зелье ускорения, изменение создания. Так. Давай, глаз Иноса. Зелье маны. Чистая мана, нет. Лечебное зелье. Нет. Особое зелье. Эликсир жизни, эликсир изменения сознания. Оно мне не надо. Зелье ускорения. Смешать табак или свернуть. Нифига, что-то... Что-то не то. Не дай бог, мне назад надо бежать все-то. Так, какая-то некромантия, которую я не могу узнать по каким-либо причинам. Так, изменилась. Так, сальная записка. Рунов магов воды, записка рыбака Уильяма. Итак. Письмо. Рецепт. Так. Порошок черной жемчужины, щепотка серы. Черная жемчужина, под эту смесь нужно. Куда она вот мне только нужна там? Если бы я знал, бы пациков вызвал. На. Блин, сейчас бухать надо. Не за вас бухать приходится. Что-то новая запись в дневнике. Так. Тащить у него ключ. Рычаги. В нужном порядке дергать. А какие рычаги? У него вот это не рычаг? Нет, это факел. Не рычаг? Нет. Тут тоже нету. Нету ни хрена. Остается только одна дверь. Так. На. И на. Зелье. Может, где-то тут и подсказка есть, я уж точно не помню. По-моему, несколько раз надо рычаги дергать будет. Подойди поближе. Так, мой друг. А... Что ты имеешь в виду? Это просто. Хозяин уже устал от тебя. Мне стоило убить тебя раньше. Так. Ну сейчас. Устал от меня, да, значит, твой хозяин? А твои друзья, значит, да? Ну-ка. Это тут козел, которого я взял. Альманах одержимых. Кстати, ну-ка, давайте-ка я прочту его. Альманах одержимых. Смогу ли я такое прочитать? Так. Ой-ой-ой. Подожди. Они толпой вас бить будут. На что я очень сильно надеюсь, что они вас загасят своей массой. Ай-яй-яй-яй. На. На. Так. Все. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так, сначала влево, потом... Сначала наверх, потом вниз, да?
Ну давай. Тут ничего нет? Не можем взять. Блин, где-то тут вот, по-моему, драться, сраться-то придется. Что-то не понял. Ну что, в любом случае, что ли, это? Никому. Подожди, ну-ка. Загрузить. В правильном порядке, там, по-моему, без разницы, в каком порядке. Мне, по-моему... Помню так, как-то так. Так, подожди. Опа. На. Ключник. Так. И где что открываем? Или эта решетка должна открыться-то? Ключник. Идем вниз. Открываем дверку. Вот так вот. И поднимаем решетку. Так. Вот. Поднимаем. Она опустилась. Подожди. А значит, опускаем решетку. Там ничего нет. Вот так. Вас всегда крошить надо, что ли, потом? Не все как у людей. Так. Подождите. Нет, 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 нет. Лечение. Я уж не помню, но тут так, такой замес, так-то он долгий. Происходит. Так. Да. И вот сейчас, если мы в неправильном порядке. Да тихо ты. В неправильном порядке нажмем все это дело. Заново будем. Так. Сохраняем. Подожди, подожди, подожди. Святой свет. А что-то я не понял, что у меня с демонами. Куда делись демоны у меня? Так. Вот так. Раз. Два. Нифига. Значит, скелеты будем. Раз. Два. Так. Так. Это моя страховочка была. Неправильно. Так. Так. Пробуем еще раз. Раз. Два.
3. Неправильно. Раз. Два. Да почему так-то? Я не нажимал два раза. Да. Так, надо выпить. Так, надо подумать над этим. Надо. Так. На раз. На два. Раз. Два. Да не тыкал я два раза так. Ты чё? Хренали ты два потыкаешь раза-то. Так, подождите. Это у меня тут. Так. Так. Нет. Все не так. Почему ты два раза ты? Загрузить игру. Не понимаю. По порядке вы пойдете? Нет, не так, неправильно. Идите. Так. Опять два раза. Ну что, что будет делать? И мышцы не западают. С чего бы ты это начал? Так. Переключаем. Первый штифт.
Так, подожди. Как ты вообще тут влез? Так, что-то, видите, глюкнуло. Ой-ой-ой. Всем, всем люлей раздавайте. Не надо стесняться. Так. Завалили. Все. Помер. Так. Теперь вниз. Так, мы там и наверх сходили. Мы же пришли откуда? Отсюда пришли. Так. Из этого не выйдет ничего хорошего. Пройдем. Мы ходили туда, теперь сюда надо идти. Давайте, давайте, ребята, давайте. Они-то медленные и неповоротливые, точно ваша добыча. Ну, по идее, так-то рассыпаться должны от этого света. Все-таки святой свет. Да тихо вы. Да. Да. И еще разок. И еще разок. Почему вы не рассыпаетесь? Да. Не понимаю. В чем тут вышла промашка? Так. А где ты? У кого-то из вас, что ли, ключ? Так. Ну, давайте смотреть. Так, пока еще ничего не нашел. Блин, блинский. Вызваны двуручник. Где ключ? Нечего взять. Там ничего нет. Так. Нечего, нечего. Как мне открыть вас? Как? Блин, все забыл. Так. Ладно. Дверь закрыта, да? Дверь открыта была все это время, нахрен. Так. Решетка опустилась. Я думал, дверь закрыта. И там сейчас такая же тематика будет.
Блин, когда знаешь, ты хорошо проходить. И когда вспоминаешь, да методом тыка еще. Хреноватенько. Я вот. На. Я тут, блин, даже за противников-то не считаю. Так, минутку. Подожди. На. Всем вам. Конец. Так. В каком порядке? Так. Газ, что ли? Газ травит. Ну-ка, заново загрузим это место. Он опять по два раза нажимает. Так. Так. Нет. Ага, опять газ пошел, подождите. Блин. Ждать, когда он проветрится, что ли, там, или что? Или как он отключается? Так, первый. Второй и третий, давайте. Нет. Так. По очереди тогда давайте. Хотя тут, блин, где-то подсказка должна же быть. Серьезно говорю. Где-то должна быть подсказка какая-то. Так что нет. Еще давайте. Комбинация есть по-другому. И последний. Нет. Так, подожди. Тогда центр первый будет в любом случае. Так. Центр первый. Давайте право. И лево. Налево. Вот так. Опаньки. Так. Минутку. Дайте-ка я. Мне сейчас надо попить хорошенько этого зелья, потому что... Думаю, мне сейчас придется пробиваться. Ну, что думаю? Я уверен, что мне придется пробиваться. Так, ну вот сейчас до 40 доведем. Так. Ну-ка. Аж немножко волнуюсь.
Да ж твою мать-то! Да ёж твою мать-то! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, беги! Фу ты, блин! Я думал, что-то дам доброе. На. Так. Убил. Так. Не беспокойся, я не выйду сюда пока. Опаньки. Фух, скелет всего лишь. Он с тобой сейчас расправится. Так. Воин, с этого мага ничего мы не можем, да, поиметь? Кому-то еще люлей хотите навешать? Смотрите-ка. А кому они там? Да блин. Да как у вас там до хрена тут так оказался? Стой. Так, минутку. Нет, вот. На. Так, у вас ничего нету, ничего нету. Так, сила рун. Так. Ржавый двуручник, что-то вы все здесь померли-то. Ой-ой-ой. Так. Как мне опустить эту решетку? Так. Сейчас подождите минутку, я подумаю. Так. Зайдем сюда. Так. Опаньки. Нормально. Это мы, по-моему, вот это открыли. Сейчас. Минутку сохраню. Ага, тут что-то никого нету, подождите. Прям совсем легко вот так вот. Смотрите, тут легко оказалось. Вот это-то. Без этого. Без выпендрижа. На. Я не знаю, кто там говорил. Вот он, потому что я его не вижу. Так. На. Несущий какое-то небо. Так.
На всех трех есть переключатели. Что ж, давайте задействуем. Раз. Два. Подождите, а как мне четвертый-то надо будет тогда открыть-то? Так, с какой стороны это вы? И... Так. А, вот еще. Стоп. Вот куда я не ходил. Вот опять закрыто. Это, блин. Тут дверь надо копошить. Все. Так, где у нас? Вот это, по-моему. Так, минутку. Вот она. Открылась. Пойдем. Так, подождите, сохранюсь. Давай. На. На эти сейчас поди, хоть загасит хоть одного хотя бы. Давайте. Зомбики. И. Опа. Блин. На. На. Я вам помогу, пацики, или не помогай? Ну, давайте, давайте, давайте. Да куда ты побежал? Все, вот так вот я тебя. Не понял. А, что случилось-то? А, во! Кнопки. Их без разницы, в каком порядке нажимать. Это, наверное, самый простой. Это самый простой, видимо. На, последний переключатель, четвертый. Все. Так, минутку сохраню. Бежит, прыгает? Нет, не прыгает. На. Да подождите. Не успел. Не успел ты, маг. Вонючий. Как я тебя ловко. Ха! На раз-два, да? Все, последний замочек. Алаказам. Давай.
Какой-то сейфовый код, что ли, у тебя там? Ой. Подождите, тут тоже, по-моему, ловушки. Так, ну я сохранился. Так, минутку. Так, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Валите их. Ой. Ты серьезно, что ли? Вот он. Мы до тебя доберемся. На. На. Так. Попа. Попа. На. На. Так, теперь давайте-ка. На, пацанов вызовем. И пойдем. Так, вот у нас. Вот он. Маг. Давай. Сейчас завалят. Всех завалили. Как хорошо, что я к нему не стал подходить. Так. 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 Черный маг. Так, свиток черного мага. Сейчас мы посмотрим, что это за свиток черного мага. Так, ничего и никого, ладно. Блин, нифига себе, огненный шторм на меня применили. Ничего не получаем, да? Да. По ихнему мы не умеем. Алхимический. Стой. Да не, о, мензурка. Блин. Здесь что? Зелье. Зелье набираем. Зелье набираем. И у нас остается так, так, раз мы читать все равно не умеем. Ксардос нас не научил, хотя... По идее, если вы за магов играете, потом можете, да, и некромантии вроде как научиться. Только не знаю, версия 1.0, в которой я играю, есть ли такое. Или нет. Ну, Ксардос бы здесь был счастлив. А есть, где вы попадаете сюда в роли... Кто-то. Не ищущий, кто, послушники или кто они? Хранитель, в виде хранителя. Ой. Все. Сундук, это вот, наверное, от тебя. Глаз силы. Так, ладно. Ключ-то мы поди брали для тебя, от тебя, сундука этого. И никого. О, подождите, что-то сверкает. Свитки. Свитки, да, нам нужны. Будем смотреть. Потом радоваться на них. Либо продам. Хотя продавать-то смысла уже. Так.
Давайте читаем. Вот там. Скрутки в этой находятся. Так, мулу, зелье. Старое письмо о долине рудников. Вот. Так, Кадош. Так, глаз силы освещает твой путь. А, мне надо двери открыть. Сейчас откроем. Кадыш Эмем Кадар. Опа. Открылись врата. Так, тут, по-моему, разницы нет, как мы сейчас туда попадем. Только я хочу сохраниться. Глаз силы. Так, у меня глаз синоса-то должен быть одетый. Амулет Франко. Амулет жизни. Вот так. Ну что ж, и вот и я, а вот и ты. Здравствуй, дракоша, дракон нежить. Тебе все-таки удалось найти меня. Да ладно, не ври, что ты все это планировал. Разве я не послал к тебе ищущих? Разве я не оставлял знаки о моем присутствии? Как бы ты ни изворачивался... Есть только одна вещь, которая не была предопределена. И какая? Ты убил одного из моих слуг. Он должен был нести коготь. Так, кто ты? Кто ты? Ты еще не... У меня нет имени. Моим создателем мне дана божественная сила. Моя судьба... Уничтожение этого мира. Так же, как твоя рука... Несет смерть определенным созданием, охотник на драконов. Разве ты не ощущаешь связь? Нет, этого не может быть. Ксардос слаб и не представляет угрозы для меня. Так предопределено. А. По чьему повелению ты ведешь своих прихвостней на войну против человечества? Мой хозяин... Владыка Ночи, мои армии поднимутся из-под земли с его именем на устах и накроют этот мир. Да, зачем ты здесь первоначально? Зачем ты здесь? Божественность, дарованная мне, вдохновляет меня погрузить этот мир в море жестокости. Только когда последний оплот праведности падет, сможешь найти покой, правильно? Хватит болтать! Ха-ха! Ты еще не готов победить меня. Какое-то мгновение твои кости помогут мне выпустить ветра смерти. Сейчас они тебе люлей навешают. Коготь смерти тебе. Ой, ой, ой. Еще летает от них. Че? Ветра твои не помогают, не дуют уже. Примерно так я себе это и представлял. Я один против него с мечом наголо. Падла. Что, нос отрубить, что ли? А башку проткнул. Иксардос тут как тут. Thank you.
я говорю, Рексар, да слаб. Ни хрена не слаб, он, смотрите, как размотал душу или кого он там, магию драконов. Не свалил, правда, куда-то. Ладно. А я-то куда пошел? Так, меня что, выпнули, что ли, оттуда получается? Минутку. Я только посмотреть хочу на этот свалявшийся труп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Неужто я с него ничего? Дракон, нежить. Вот. Камень души дракона, нежить. Я говорю, ничего поднять не могу. Так. Бежим отсюда. Нас теперь здесь ничего не держит. Ничего нас не остановит. Вот видите, не надо так уходить далеко. Беги, беги, беги. Тут, кстати, вот, по-моему, ловушки должны быть. Стой. Эй! А ты что здесь делаешь? Все, кот, ты только посмотри. Как тебе, черт возьми? Мне просто повезло. Что ты собираешь? Хороший вопрос. Я думаю... Давай, иди, давай. Иди к капитану, к нему и иду. Какого хрена вообще здесь прибежали? Без вас вроде тут справлялся хорошо. Так. Ладно. Ты чё гуляешь? Это книга. Пирокар, эксперт по таким книгам. Извини. Я знаю... Так. Хорошо. Как тебе всегда? Черт меня. Да ладно, тебе нужно... Пойдем. Сниматься с якоря. Знаю, что надо. Так, минутку. Вот так. Мало ли кто здесь. Святой свет все-таки у меня сейчас горит. Вот еще один. Че вы повылазили-то все так? Мы здесь долго. Похоже, как тебе? Пошли, Элли? Да мне он как? Должно быть, был очень... Дракон, не... По счастью, больше... Пошли, давай. Вот видишь, еще дракон. Тут дракон, да там дракон. Одни драконы только, блин. Все на моем пути. Ай-яй-яй-яй-яй. Как вообще за мной? Вы что, ждали, когда я всех убью? Потому что сами не могли, не можете, не знаете, не умеете. Когда я отыщу все проходы. Эй, ты! Мы почти... Да. Пойдем. Значит, я столько... Как ты думаешь? Терпи. Может быть... Ой, есть такой еще противный момент, не дай бог, если это, блин, действительно будет. Это... Подождите, тут кто-то вроде был. Так. Смотрите, сколько напитков, зелья. И вот вызовы демонов. Если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, это вызовы демонов. Все готово для того, чтобы в бой начинать. Так, зелье. Черная жемчужина. Так. Вот он. Педро. Многие знают, я подпал. Мне даже так. Из умоляю. На. Вот так вот. Одержим ты был, не одержим, ничего не знаю. Завалил тебя. Тем более мне кто-то там должен был, Пирокар или что-то в этом роде кто-то.
заплатить, сказать: да, молодец, красавчик. Нужен ты мне, обуза, и больно здесь. Помер Ефим, да и хрен с ним. Педро, Педро, он это Педро. Педорок. Спокойно. У вас почти получилось. Стойте вы. Еще одним монстром меньше. Подожди минутку. Все, уходим. Ты все, конечно. А что? Хочешь? Мне с тобой разговаривать, дружище. Давай. Сваливаем. Так, а вы уже здесь, да? Так. Где у нас капитан? Хотят, блин, мою судно, по идее. Ты-то как тут оказался, диверсант? Проморгали? Так. Что у нас по времени-то? Два ночи. Так, не понял. А, я ж это проклят этой хренью. Кто меня, правда, проклял, не знаю, не помню. Подожди минутку. Мы... Это хорошо. Теперь мы еще не... Я и так... Я... Давай, вхоренись, вхоренись, я уж понял. Подожди минутку. Враг, это... Все, мы можем отправляться в путь. И человек убил зверя и вошел в царство Белиара. Ксардес, что именно произошло в храме Эрдората? С помощью Инноса ты уничтожил воплощение зла, и я впитал его силу. С тех пор, как я покинул круг огня, это было единственной моей целью. Чтобы достичь ее, я помог тебе выполнить твое предназначение. Белиар выбрал меня. Белиар. Так ты теперь повинуешься богу тьмы? Нет. Я повинуюсь Белиару не больше, чем ты повинуешься Инносу. И я только начинаю осознавать возможности, которые открываются передо мной. Но одно можно сказать с определенностью. Мы еще встретимся. И опять смотался. Чудеса? Да и только. А, вот! Что ж, ну, блин, я думал, правда, что он не конец будет. Что хочу сказать, да, есть в патчах еще дополнительный остров. То ли когда мы уплываем, то ли когда мы только плывем к этому острову, есть остров, где надо найти шестеренку, сделать пару миссий там. Вот, я думал, в Готике 1.0 тоже такое есть. Но тем не менее, играйте, играйте в Готику, да. Она действительно хорошая, прекрасная. Играйте с первой. Кстати, ремастер скоро выйдет. И многие, кто будут делать на нее видео, вот, я тоже буду, в том числе, тоже поиграю в нее. Ну, и для себя тоже. Вот, ну, советую, советую играть, начинать с первой части. Те, кто с ней не знаком, те, кто с ней знаком, ну, чё ж. Играйте в патчи продвинутые, более... Так сказать, до максимальной версии раскачанной. Но она не каждому может прийти по вкусу. Поэтому выбирайте каждому, что для души, какой патч подойдет. Ну, на этом все. Игру мы прошли. И увидимся только уже в следующей игре. Пока.
Мы должны выбросить часть золота за борт. Руки прочь от этого золота. Послушай, будет действительно лучше. Я даже и слышать не хочу об этом. Я слышал, война с орками идет плохо. И? Возможно, нам все равно нигде не удастся потратить все это золото. Это золото останется на борту. Что толку от этого золота, если мы опрокинемся в самый легкий шторм? Но я не вижу шторма. Пока? Нет. Расслабься, все будет в порядке.